На базе специального отряда быстрого реагирования «Леопард» управления Росгвардии по Приморскому краю состоялось торжественное собрание, посвященное Всероссийскому дню СОБР. Наши боевые товарищи участвуют в специальной военной операции с риском для собственной жизни. В этот праздничный день от всей души желаю всем сотрудникам СОБР «Леопард», вашим семьям и ветеранам крепкого здоровья, добра, счастья, согласия, благополучия и удачи во всех начинаниях, решениях и делах на благо нашего Отечества. С праздником! Торжественное собрание началось с церемонии вручения личному составу отряда медалей за заслуги в укреплении правопорядка и нагрудных знаков «Участник боевых действий». Продолжил собрание председатель регионального президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ОМОН Андрей Ивонин. Вместе мы были на территории Северного Кавказа, и все мы знаем весь доблестный путь нашего СОБРа. Поэтому в этот день хочу вас сердечно поздравить, пожелать вам, самое главное, боевой удачи, и чтобы количество убывшего личного состава в командировку всегда равнялось количеству прибывшего. Желаю здоровья вам, вашим семьям, чтобы победа всегда была за вами. С праздником! Полковник полиции в отставке передал сотрудникам СОБР освященное знамя с ликом святого Дмитрия Донского. Это знамя еще с Древней Руси идет. Оно утверждено, освящено в Афоне, освящено православной церковью знамя Дмитрия Донского. Под этими знаменами воевали наши предки. Общественный деятель поблагодарил приморских офицеров за вклад в проведение специальной военной операции и выразил уверенность, что святой покровитель защитит сотрудников отряда при выполнении задач, связанных с риском для жизни. Артем Белов, новости на Восьмом.